У нас есть планы сражений русских. Полагаю, что украинцы уже проинструктированы, генерал Кол. Да, сэр. Их силы расположены возле Луганска, Харькова и Мариуполя. Трех городов, указанных в приказе России о наступлении. Накаливание обстановки — это наш единственный выход. Все мировое сообщество должно осознавать реальность угрозы войны. Мы собираемся провести черту на песке. И эта черта — украинская граница. Вы должны отключить этот трубопровод. Эти конкретные трубопроводы поставляют 40% газа, который идет в Западную Европу. Они также прогнозируют наступление одной из самых холодных зим за последние десятилетия. Украинская радикальная националистическая группа, именующая себя рыцарями Киева, взяла на себя ответственность за нападение на Марию Острову. Ух ты мой, русские, наверное, в бешенстве. А как иначе? Это лидер группы Олег Зеленский. Восточная Украина станет независимым государством с границами вдоль северного побережья Черного моря, от Луганской до Одесской области. Россия согласится возобновить поставки нефти и газа всем странам Европейского Союза незамедлительно и без перебоев, как минимум на 15 лет.